Здравствуйте, друзья! Вы на канале Пани Шпилька. Меня зовут Яна. Снова приглашаю вас прогуляться со мной по Калининграду. Сейчас весна, замечательная погода, красивые места, все цветет, зеленеет очень хорошо на улице. Мы сейчас находимся практически в центре города, возле большого эстакадного моста через реку Приголя, которая протекает, повторюсь, в центре. Это место называется Биржевой сквер. Получил он свое название совсем недавно, в результате голосования, вот буквально, может быть, год или два назад, не помню точно. Здесь прямо из асфальта на площади, прямо в центре, летом бьют фонтаны, все здорово, супер красиво. Ну, новое место в городе. А это перед нами старая немецкая торговая биржа. Здание старой немецкой торговой биржи, построенное, по-моему, в 19 веке. Очень красивое, здорово построено, очень красивый архитектурный проект, мне очень оно нравится. Сейчас немного правее видно здание кафедрального собора на острове Канта, но туда я пока не пойду. Мы его увидим в следующий раз, обязательно я его сниму. Сейчас немножко обойду вокруг, ну не вокруг, конечно, здания. Здание это находится прямо на берегу Приголя, поэтому вокруг его никак не обойти. Здание можно посмотреть только с одной стороны, либо перейти на остров и посмотреть уже через реку. Центрального входа в музей расположены фигуры черных львов-щитодержателей. Они тоже входят в число достопримечательностей нашего города. Сейчас мы на улице Краснооктябрьской. Перед нами здание бывшей лечебницы Святого Георга. Построены тоже в конце 19 века. В наше время это здание принадлежит КМРК, Калининградский морской рыбопромышленный колледж или так называемое мореходное училище. Здание, конечно же, очень красивое, в готическом стиле. В общем, есть на что посмотреть. И летом площадь, конечно же, очень красиво выглядит, но сейчас, к сожалению, не лето. Зато сейчас лучше видно. Я очень люблю гулять по Калининграду. Кому нравятся такие короткие, небольшие прогулки, оставайтесь со мной. Здесь еще много есть что показать. Жмите лайк, подписывайтесь на мой канал. Я рада каждому. Пока-пока!